Народ, всем привет! В общем, сегодня у нас новая очередная серия по большому проекту Т-150К. И, в общем, в этой серии мы с вами сделаем замену гидроцилиндров, которые отвечают за рулевое управление трактора. Повороты вправо, повороты влево. В общем, сейчас переключусь на модель и, в принципе, все расскажу, покажу, что буду делать. Так, народ, в общем, вот наш трактор расчленён на две половины. Здесь вот у нас остался кардан половинка, тут кардан у нас остался половинка. Ну и сам узел поворота, так скажем. Так, а на передней части у нас получается остался только сам поворотный механизм, шарнина сочлененной рамы. В общем, будем в этой серии переделывать с вами немного поворотные гидроцилиндры, делать замену. Потому что предыдущие, которые стояли, мне не нравятся, они не устраивали. Они слишком маленькие для данного масштаба модели. В общем, сейчас займусь отрезанием вот этих вот поворотных ушей. Здесь ответные части, которые они остаются те же прежние, на прежних местах. Здесь новые уши будут другие, ну и гидроцилиндры, соответственно, будут тоже другие. Вот они, два новых гидроцилиндра, вот они, новые уши. Здесь сделан палец с резьбой, и затем потом еще просверлю гайку под шплинт, чтобы был штопор. Так, ну это новые, это гидроцилиндр лежит на заднюю навеску. Так, а до этого стояли гидроцилиндры вот такого плана. Вот можем сравнить два гидроцилиндра. Соответственно, разница ощутима. Здесь диаметр поршня, который внутри, на 25. Здесь внутри диаметр поршня на 16. И штоки. Здесь шток десятка, здесь шток чуть меньше 8 миллиметров. В общем, будем делать замену. Дальше покажу, как что буду. Оставайтесь на канале, следите, дальше будет. Итак, друзья, собрал на место трактор и даже уже поставил гидроцилиндры. В общем, вот такие вот получились уши новые. Вот так все приварено. Ну так, приварено. Прихватил. Пока достаточно будет этого. Вот так это все теперь выглядит сверху. Теперь уши намного симпатичнее, они чуть больше. И то, что нужно. По поводу сбоку теперь, как это все дело стоит. Гидроцилиндры теперь так, как надо, стоят. То есть они, получается, вот этот край самого корпуса гидроцилиндра не выходит за край передней полурамы. Потому что с теми гидроцилиндрами была такая история. Так, ну и этот, соответственно, также все. Вот за пределы корпуса, вот здесь вот, они не выходят. Но, тем не менее, все работает. Одной рукой неудобно, конечно. Но вот он сложился.
а тот полностью разложился. На кардан не обращайте внимания, неудобно одному. Это потом здесь можно раскрутить, поднять, собрать и на место прикрутить. Вот так, в общем, все это раздвигается. Вот. Тот сложился, а этот гидроцилиндр разложился. Сам изготавливать гидроцилиндр не решился. Подобрал плюс-минус готовый вариант из пневмоцилиндров, но пришлось их, конечно, дорабатывать и укорачивать. Они были длиннее на порядок. Это не такой, конечно, но шток диаметр штока такой же и диаметр поршня, а этот просто покороче. В общем, те были длиннее, даже против тех, которые первые я ставил. Они были длиннее намного. Пришлось на 3 сантиметра укорачивать саму гильзу. Ну, соответственно, обрезался шток. И на край штока, как вот здесь я сделал, уже делал шариковый шарнир. Здесь точка сварка. И здесь точка сварка. Прогрето все хорошо и заварено, никуда не денется. В общем, благополучно. Не знаю, как именно вот в этой модели. Она так-то внешне вроде одинакова, но не одинакова. В тех гидроцилиндрах, в тех модельках, задняя часть гидроцилиндра плотно вставляется в саму гильзу. И гильза входит в корпус внутрь, и алюминий, получается, алюминиевую эту крышку заднюю, ее прокатывают, проминают, и тем самым как бы фиксируют на гильзы герметичное соединение. И там получилось так, что была возможность тонким отрезным резцом вот так сделать разрез, снять заднюю крышку, укоротить гильзу, насколько мне необходимо было, и обратно вставить. Затем тоненько, легенько я здесь полуавтоматом заварил. Благо гильзы нержавейка, там в этом, скорее всего, алюминий. А в тех гидроцилиндрах нержавейка, гильза, и получилось хорошо заварить. Затем обработал, шлифанул наждачной бумагой и, в принципе, не видно. Ну и покрасил. Ну а этот гидроцилиндр укорачивать я ничего не буду. Он подходит мне и так. Здесь диаметр поршня 25. Ход штока получается 50 миллиметров. И он как раз вот встанет у меня вот где-то вот здесь. Получается, на подъем-опускание задней навески. Он здесь хорошо становится. Ничего переделывать не нужно. Нужно сделать только здесь крепление, как на у большого трактора. Здесь прикручена труба толстостенная, и на которой получается задний корпус, вот этот, заднее ухо держится. А переднее, тут, соответственно, кронштейн за верхний вал. И на пальце все крепится. Вот, ну, как-то так. Здесь же затем потом еще закроется площадка, кардан закроется, потому что у Т-150К, у которых с завода как бы установлен вал отбора мощности и задний редуктор, у них здесь закрыта площадка и один или два ящика. Вот у меня будет стоять два ящика, и площадка закроет кардан. Видно, кардан будет только вот именно на переломе вот этих вот шарниносочлененного соединения. Ну, тут плюс багжир, и там его будет видно почти ничего. Как-то так. В общем, потихоньку двигаемся вперед. Здесь, как видели в небольшом ролике, воздухозаборную систему я доделал. Нужно дальше заниматься передними крыльями, доваривать здесь, делать
под брызговик маленький, планку сюда крепить непосредственно воздухозаборник сам с фильтром. Выхлопная на жестком соединении у меня с двигателем, но так как двигатель стоит у меня жестко на передней полураме, я здесь сделаю опору для выхлопной. Будет ей еще тут поддержка, как бы. Ну а верхняя часть с кабиной соединится через соединение резиновое, мягкое, чтобы если какая вибрация, резина будет гасить. Капот у нас тоже доделан, открывается. Сделал петли такие. Начинает тоже по чуть-чуть ржаветь. Стараюсь побыстрее, но все-таки сырость и влага дает о себе знать. В общем, с двигателем все в порядке. Коробка сцепления, привод, маслонасоса тоже все в порядке. Единственное, нужно будет заменить ремень на привод маслонасоса. Этот ремень немного длинноват. У меня есть покороче. Нужно будет поставить покороче. Так как у меня с этим ремнем была возможность натяжки его как бы самим маслонасосом. Но так как теперь здесь труба, воздухозаборник, такой возможности нет. Нужно поставить короче ремень. Маслонасос у нас как бы опустится не впритык, но миллиметров 5 там будет просвет между приводным как бы ремнем и самим корпусом маслонасоса. И возможность натяжки как бы еще будет куда. Плюс еще сюда нужно в середину впихнуть гидрораспределитель, доделать, и чтобы он здесь тоже встал. И возможно, он даже будет где-то крепиться за вот эту вот стойку, которая будет поддерживать здесь выхлопную. Возможно. Возможно, он встанет как раз вот здесь над приводным вот этим вот валом. Либо где-то там сбоку от колеса нужно будет сделать щиток от самого колеса, чтобы грязь не попадала, и поставить его там. Также здесь нужно еще будет доделать, установить две сервомашинки на переключение передач. Ну и самое главное, еще надо будет поставить куда-то аккумулятор. Но аккумулятор, не знаю, может быть даже вот здесь в передней части сделать кронштейн и поставить вот именно здесь аккумулятор, потому что больше другого места нет. Ну, возможно, куда-нибудь в задний ящик. Вот из одних из ящиков поставить туда аккумулятор назад. Ну, в общем, посмотрим, что как будет. Так, решетка. Решетка пластик металлической и с нужной ячейкой. Я не нашел, пришлось пластик. Здесь она спаяна между собой, благо пластик неплохого качества. Спаялась довольно легко и быстро, и шва как бы почти его не видно. Можно немножко наждачкой зашкурить, и решетка покрасится в белый цвет вместе с винтами, и видно ее не будет. А может быть, оставлю в черном. В общем, над цветовой гаммой трактора я еще пока думаю, каким цветом что будет. Ну и также нужно еще двери, ручки, внутри в кабине, крышу самой кабины тоже, форма у нее там неправильная. Тоже это все нужно доделывать. Сейчас у меня все впирается в финансовые возможности, чтобы закончить на него гидравлику и хотя бы запустить его уже непосредственно с гидравликой и на радиоаппаратуре. Как-то, в общем, вот так вот. В общем, такие вот, в общем, ребят, у меня новости. Как видите, проект не брошен. За проект я не забыл. Работы с ним продолжаются. Все требует к себе внимания и времени. И некоторые моменты упираются в финансовые, как бы, вопросы стоят. Но ничего страшного. Потихоньку доделаю проект до финишного состояния.
я думаю, получится. Крутая радиоуправляемая модель. Явно игрушка не из маленьких получается. Потому что одному, даже мне уже, одному тяжело его поднять. Он уже где-то в районе, как бы, ну, до 100 килограмм почти уже, как бы, доходит. Вот если так все собрать в кучку, то плюс-минус 100 килограмм уже скоро будет в нем. А это еще не все. Не все доделано, не все установлено. Еще много чего нужно на него. В общем, вот так вот. Так, ну, воздухозаборник вы видели. Я вам показывал. Это я ротационную вытяжку пробовал металла делать на токарном станке. Крышку изгибал в середину, заворачивал, как бы, вот здесь кромку. Ну и тут, соответственно, сетка. Внутри фильтр стоит, как положено. И воздухозаборник. Такая площадка у него. Ну, это, наверное, самая простая деталь, которая была, вот это вот, собрать воздухозаборник. Потому что я даже с выхлопной немного дольше возился, чем с воздухозаборником. Ну, вот такие вот, в общем, ребят, у меня новости. В общем, кому интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Кстати, под этим видео сделаю в закрепленном комментарии. Оставлю ссылочку на телеграм-канал. Там теперь, как бы, в телеграм-канале выходят в первую очередь самые какие-то свежие новости, новинки, покупки, обновки и обзор чего-нибудь из недавно сделанного. В общем, все. С вами был дядя Ваня. Всем привет. До новых встреч.